120 активистов Союза молодежи Узбекистана в рамках проекта «Дружба» международной организации ТИКа находятся в турецком Стамбуле. Теория и практика вобрали в себя создание стартапов, их дальнейшее управление, а также современные механизмы успешного ведения бизнеса, выработку лидерских качеств. Каждый новый день создает все больше предпосылок для глубокого осознание происходящего. Тем более символично, что такие деловые навыки прививаются в городе, соединяющем Европу и Азию. Именно здесь рождаются и притворяются в жизнь самые смелые идеи. Экономический, банковско-финансовый, туристический потенциал Турции сосредоточен именно в Стамбуле. Путешествие по морю запомнилось всем. Впечатление тоже, как говорится, море. Внушительный порт, бесконечные передвижения торговых караванов, исторические памятники – все словно в калейдоскопе передавало яркие и четкие картинки. Ветер подчеркивает и раскрывает наши символы. Помимо этого были представлены транспортные и логистические возможности и раскрыт опыт их применения. Далее снова семинары – интерактивные и неповторимые. У каждого участника свое определенное направление, и они интересовались, как решить ту или иную проблему в нужное время. В ближайшие дни ожидается посещение государственных структур, предприятий и организаций.